Привет всем, сегодня у нас будет очередная самоделка для рыбалки. Будет это именно, как я ее назвал, полуавтоматическая зимняя удочка. Итак, я ее уже немножко такие самые простые части, можно сказать, собрал. Ну, самые простые и самые основные, так говоря. Здесь тут еще ничего не понятно, но принцип тут не такой уж сложный. Это основная подставка для нее, на чем сама будет стоять удочка. Здесь будет находиться лунка. Это часть, как бы можно сказать, сама удочка. Она вот так вот будет играть. Самое, наверное, здесь такое, можно сказать, сложное, это двигатель, вращающийся механизм, который будет приводить в движение саму удочку. Ну, как удочку, станину под удочку. Это вот такой вот двигатель, я не помню, он 6-вольтовый, вроде бы так. Честно говоря, не помню. И для него вот такой вот был взят редуктор. Ну, как бы, да, редуктор. Это с освежителя воздуха комнатного, автоматического. Тут в нем 3 шестеренки. Быстроходка, это с двигателя, которая выходит, промежуточная и тихоходка. Сейчас мы его запустим и примерно хотя бы увидим, как он работает. Так. Питается он у меня в данный момент от вот таких вот 3 батарей от телефона. Ну, это все по камере. Ну, я его уже проверял, если, допустим, подсоединить его к этим батареям и оставить, он у меня 2 суток как-то проработал. Вот такой вот принцип у нас получается. На тихоходку я сделал переходничок такой. Тут 3 гайки. Они между собой склеены и залиты бокситкой. И вот такой импровизированный сделанный вал, который будет передавать свое вращение. Если, допустим, вот так вот накрутить. На само колесо. Это колесо пока месть будет, не знаю, может, немножко меньше сделаю, но будет пока месть такое вот. Нам надо будет, чтобы все нормально работало на этом колесе, сделать, это по ходу видео я уже все покажу, сделать пазы, как бы, чтобы вот эта конструкция, вот она будет вращаться, а она будет играть по этим пазам. Ну, как бы будет передавать колебания на через саму станину на удочку. Я ничего тут нового сам не придумал, это все. Такая уже конструкция есть в интернете, она выпускается. Я не знаю, как она правильно там называется. Ну, удочка для зимней рыбалки. Она там самоподсекающаяся. Ну и цена, конечно, меня у нее удивила. Полностью этот комплект стоит 10 000 рублей.
Ну, а я решил попробовать просто ради интереса, эксперимента. Пускай она и будет из дерева, деревянная, но хотя бы принцип у нее будет все тот же. Самое сложное, мне здесь кажется, в этой конструкции, это сделать вот этот механизм, который будет вращать это все, приводить в движение. И сделать спусковой механизм. Я еще фотки, может, вставлю в той, которая уже готова, продается в интернете. Какой там, какой я придумаю. Он уже придумал механизм. Вот эти самые две такие вещи самые сложные. Саму конструкцию собрать, ну ничего такого сложного нет. Одна плашечка идет, вторая. Они между собой у меня соединены болтами. Здесь, если, допустим, разобрать. Как бы тут. Втулка стоит у меня. Ну, тут ничего такого. Это можно сказать. Вау, ну тут шпилька с двух сторон. Все. Но по ходу сборки всей конструкции вам будет более все понятнее. Да, я думаю, сейчас объяснил, что-то уже понятно. Ну, принцип интересный. Я с ним хочу сделать как бы стукан, чтобы она нанолима ловила сама. Она просто будет выполнять принцип стуколки. Там дернет, опустит. Все будет зависеть от вот этого круга, который будет. Так. Который будет одеваться вот сюда. Вот сюда вот он будет одеваться и вращаться. Если, допустим, тут такие маленькие пазы понаделать. И по возрастанию, допустим. Сейчас я попробую начертить, может. Ладно, я их подготовлю. У меня будет несколько таких кругов. Один, допустим, чтобы у него была жесткая игра, допустим, он поднял. Поднял удочку. Подержал, опустил. Ну, сбросил, ударил. Опять поднял. Сбросил, ударил. А другие будут. А другая игра будет, допустим, чтобы можно было там магнушку одеть на него. И он более так тык-тык-тык-тык-тык поднял. Потом или сразу опустил. Короче, имитировать игру, которую мы делаем обычной рукой. Ну, что-нибудь посмотрим. Если вот это все будет работать, можно будет ее сделать или из пластика, или из алюминия. Более такую надежную. Ну, в качестве эксперимента попробуем это пока. А дальше видно будет. Я уже изготовил. Ну, так по мелочи сделал, потому что все такое, что в видео все вместить нельзя будет. Сделал такой вот коробок. Короб для самого двигателя. Пластиковый. Двигатель будет там помещаться. Еще сверху закрываться. И он будет где-то устанавливаться вот здесь вот. Только еще надо будет. Ну, это сейчас все. По ходу видео я вам все покажу и объясню. Закрепить его надо будет, сверху закрыть. Да, еще один момент. Можно было обойтись без вот этого вот редуктора. То есть делать с двигателя сразу напрямую вот такой вот вал. Ну, у него не хватает тяги, чтобы, допустим, это колесо-то он вращать будет сам,
Но по нему-то будет еще ходить, грубо говоря, вот это вот, вот эта вот станина, и его не будет хватать тяги, чтобы ее поднимать, опускать, когда тут будут пазы сделаны, вырезаны. Поэтому решено было поставить вот такой вот редуктор, понижающий передачу и усиливающий крутящий сил. Поэтому как-то так вот. Конечно, еще я хочу, уже заказал, поставить регулятор скорости, чтобы, допустим, можно было отрегулировать там, допустим, чтобы немного медленнее он вращался. Игра будет меняться от этого. Они эти регуляторы на Алиэкспресс не так фигурки. Ладно, все, хватит глагольствовать, давайте начнем. Ну вот, что мы имеем на данный момент. Что еще доделал? Сделал усиление на, ну, где вал крепится. Потом сделал такую вот трубку, куда непосредственно будет вставляться сама удочка. Вот она будет вставляться. А так вот заряжаться. Так. Уже прикрепил двигатель. Двигатель. Его вот так вот закрепил. Здесь тоже прошелся бинтом с эбоксидкой. Здесь бинт с эбоксидкой. Ну, здесь еще буду шлифовать. Это бумага оставалась. И здесь вот такой вот упорчик, чтобы он на бок не переворачивался, потому что вес имеет. Ну и здесь немножко тоже усилил бинт с эбоксидкой. В принципе, уже даже проверял, когда вот это вот все ставил в сборе. Игра есть. Вот такой вот сделал макет самой игры, как будет играть. Такие подергивания небольшие. Спусковой механизм, который будет именно при поклевке срабатывать. Это надо будет установить. Ну, попытаюсь сделать то, что у меня сейчас в руках. Здесь засверлиться. И здесь. Но еще точно не знаю, какую именно систему. Как приблизительно, но что оно получится, дальше видно будет. Эти все узлы, ну, где гайка приваренная к электроду, это электрод. Я их усилю эбоксидкой, эбоксидной смолой с бинтом. Тоже, ну, все аккуратно делаю, но самое главное, чтобы оно, сам принцип был срабатывания. Потому что тут он будет заводиться, ну, короче, надо будет хорошенько подумать насчет этого. Ладно, продолжаем дальше.
Так, ну и вот. Все, удочка готова. Сделал я и механизм уже спусковой. Покрасил ее. Краска говно оказалась. Потому что она смывается. Даже как пыль получается. Может, она просрочена. Ну, по сроку нормально. Сделал вот такой вот коробочек под аккумулятор, чтобы он не так сильно замерзал на улице при холоде. Установил, закрыл крышку двигателя, установил сюда переходник. Я не знаю, как там, 3,5 есть, да, это наушники. Но этот, наверное, 2,5, а может 1,5, я не знаю. Тут мама, тут папа. Когда его просто втыкаешь, двигатель начинает работать. Вот так сверху. Сверху просто положил, и все. Там вот аккумуляторы находятся. Можно будет их достать, провода зарядить. Так, что я еще тут? Установил вот такую вот пружину. Просто бывает, надо назад ему отбросить, ну, дополнительная будет амортизация, если сильно уходит, чтоб назад отбросил. В принципе, теперь можно будет ее полностью сейчас собрать и показать, как она. А, еще доделал вот здесь в хвосте, в хвостовой части. Поставил такой вот с бронзовый уголочек такой. По ней будет, по этому уголочку именно ходить будет само колесо. Камень вот такая вот удочка, тоже самодельная. Ну и, наверное, и на нее и буду я ловить. Она так устанавливается. На конце петелька имеется, кончики удочки. Эта петелька заводится вот сюда. Вот так вот заряжается. Это назад поднимается. Все. Удочка заряжена. Леска идет сюда на конец. Кончик этот. Когда будет поклевка, она срабатывает. Система простая. Ничего сложного. Сейчас покажу плашки, которые крепятся на двигатель. Сюда вот на двигатель. Ну, так у меня такие вот три вида плашечек под разный вид игры. Вот это вот я сделал для стукана, чтобы налим на налима. Ну, а эти типа, можно сказать, джиговые такие, более игра. Это погрубей, это такая поменьше. Сейчас я их все по очереди установлю и покажу. Так, вот я установил первую плашку. Вот такая вот у меня игра. Можно здесь понаблюдать. Если будет поклевка, сейчас еще, кстати, я забыл сказать, который еще что я доделал. Вот здесь вот. Стоит гайка, здесь пружина и две шайбочки, и с помощью этой гайки можно регулировать, если посильнее зажимать, чтоб не так сильно, ну то есть на мелкие поклевочки или на самосрабатывание, чтоб не было.
сильнее гаечку затянули, уже туже становится. Еще сильнее, вообще туго будет. Так что как-то так. Так, еще сами вот эти вот трафареточки, ну, плашки, я не знаю, как их назвать правильно, меняются. Не знаю, сюда, может, барашек поставлю. Ну, пока здесь только гайка вот стоит с шайбой. Можно без шайбы. Ну, шайба откручивается, она снимается там, как я уже рассказывал, на валу стоит такой вот паз Т-образный. Давайте поставим другую по ходу игры, как он вращается. Все это очень быстро происходит, ничего тут трудного нет. Все, подтянули, можно включать. Теперь у него немножко другая игра. Как-то так. И теперь последний проверим, которую я как бы на налима думаю использовать. Так, ну и вот последняя игра. Он получается опускает, я газок поднимаю. Эту думаю я использовать для налима. Ой, аккумулятор упал. Конечно, с покраской получилось косяк. Я ее потом еще сверху лаком пытался покрыть, и оно... Хер знает, что получилось. Все, он так вот собирается. Удочка достается. Все, можно эксплуатировать. Так что... Еще, конечно, единственное, что, допустим, когда... Я заказал на Алиэкспрессе регулятор скорости, ну, вращение двигателя. Он придет, я его, может, вот сюда вот установлю, а может, здесь сверху, сбоку двигателя установлю, чтобы он был немножко медленнее вращался. Так, в принципе, все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. Всем пока, до скорых встреч.